На третьем татами победу одержал Владислав Курбатов, единственный федерального блока. На третьем татами приглашаются Илья Сизых, центрального федерального блока, Николай Суров, приволжский федерального блока. На третьем татами готовятся Ацамас Жаоцов, Москва, Никита Воронцов, северо-западный федеральный округ. На втором татами победу одержала Анастасия Холодилина, Уральский федеральный округ. На втором татами приглашаются Лидия Кузнецова, северо-западный федеральный округ, Диана Кискунова, Сибирский федеральный округ. На втором татами готовятся Виктория Клименко, Южный федеральный округ, Виктория Соколова, Уральский федеральный округ.
На 35-й победе граунда Николай Суров Приволжский федеральный округ. На 35-й приглашаются Атамас Зауев, Москва, Никита Воронцов, Северо-Западный федеральный округ. На 35-й готовятся Иосиф Синий, Москва, Александр Дорогин, Дальневосточный федеральный округ. На втором татами победу одержала Диана Кискунова, Сибирский федеральный округ. На первом татами победу одержал Джавад Гусейнов, Уральский федеральный округ. На первый татами приглашаются Абдул Салон Имомов, Приволжский федеральный округ, Олег Баранов, Санкт-Петербург.